На территории отдельного батальона оперативного назначения Северокавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации в селе Чермен состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Мемориал создан по инициативе руководства, личного состава, а также Совета ветеранов воинской части. В мероприятии приняли участие заместитель командующего Северокавказским округом Росгвардии по работе с личным составом полковник Михаил Романов, командир батальона подполковник Владимир Лисицын, начальник управления Росгвардии по Республике Северная Осетия Алания полковник Эльбрус Рамонов, представители местной администрации и родственники военнослужащих, чьи имена высечены на открывшемся памятнике. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу, после чего присутствовавшие на мероприятии школьники выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие души павших героев. Черменский батальон оперативного назначения выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северокавказского региона с первых дней своего существования. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, 123 военнослужащих батальона отмечены различными наградами, 58 из них – посмертно.